Я одно могу сказать. Если мы там не устоим, будет все плохо стране. Всей стране будет очень плохо. За это время я понял одно, что это идет война не государство за государством, а идет народная война Украины за свою независимость против Российской Федерации. Это я могу сказать абсолютно ответственно, что мы воюем с Российской Федерацией. То вооружение, та подготовка, те специалисты, которые, по крайней мере, в районе аэропорта находятся, мы однозначно можем сказать, это работают спецы российские. Вооружение у них очень хорошее. Технически они чаще лучше, чем мы вооружены. И материально тоже. С другой стороны, я могу сказать, с точки зрения наших бойцов, психологически мы намного сильнее их. То есть, вот часто любят говорить там про терминал, но это как бы на устах у всех журналистов. А вот есть такие там позиции, как высотка, как маяк. Это люди, которые находятся в поле по другую сторону полосы, в степи. О них практически никто никогда не говорит, но там в тяжелейших боевых условиях люди защищают нашу страну, наше государство. Молодые мальчики. Я вот своей жене рассказывал про одного молодого человека, которому 20 лет, он сам дизайнер, который поднял флаг на метеовышке.